70 миллионов евро выделит Франция на обеспечение питьевой водой Луганской области. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Во время круглого стола повестка дня для мира. Еженедельный проект запустил совместно телеканал «Дом» и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, чтобы публично обсуждать проблемы, с которыми Украина может столкнуться на пути к миру. Посол Франции напомнил, что первый проект по очистке воды внедрили в Мариуполе. Он обошелся в 67 миллионов евро. Следующая подобная программа позволит улучшить водоснабжение и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Проект очень интересен с политической точки зрения. Вода будет подаваться людям, проживающим на неподконтрольных территориях Донбасса. И если этот проект будет правильно имплементирован, то чистую питьевую воду получат жители как подконтрольных, так и неподконтрольных территорий Донбасса.